Просто нужно знаем. нужно быть достаточно талантливым, где-то даже особенным человеком, потому что научиться этому практически невозможно. Потому что вот я вхожу в саванну, где десятки львов, и ну, это взрослые хищные животные, предназначение которых, собственно говоря, убивать. Поэтому их нужно любить, раз. Их нужно изучать, изучать их поведение бесконечно и индивидуальные особенности их характера, вот, чтобы остаться живым. Даже знаменитый дрессировщик Эдгард Вальтерович Запашный, он до сих пор не понимает, как я делаю, потому что все это, я нарушаю все каноны дрессуры, циркового искусства, то, чему его учили многие годы. Он говорит, как? Ты становишься спиной к ним, ты берешь их малышей, ты берешь мясо, ловишь там с моста и отдаешь этому. Ты среди 30 львов, и тебя никто, ты до сих пор живой. Это странно. Это... Вот. Но это здорово, что ну, крымчанам и Крыму повезло, что я создал этот парк и могу вот так радовать вас общением с высшими хищниками. Просто это дар дан с детства. Чувствовать вот, их. Да. Вот. Либо ты их чувствуешь. Там звуковое оборудование пытаются отнять. Да, я думаю, в какой момент сказать.